Всем привет, с вами Рэнор, и это очередной летсплей по игре Кенши. Всем прекрасного настроения. Итак, я заложил основы базы своей, она теперь располагается на карте. Ну, несколько не там, где я хотел бы, но где-то располагается, это ее край. Уфтханг пока отдыхает, а мои ребятки все остальные работают над... Как раз когда он очухается, он как раз приступит к работе по изготовлению уже из камня сердца, который сейчас добывается. Будет из него делать уже непосредственно строительные материалы. Я немножко ускорю процесс. Аутпост пока я еще никак свой не назвал. Ну, надеюсь, мне посоветуете что-нибудь на эту тему, как будет называться мой аутпост новый. Пока это просто мое место, где я заложил свою базу. Мои ребятки успешно максимально работают. Вот Уфтхан качнулся. И вот я ему даю команду, чтобы он начал потихоньку работать над... Так, кто это? У нас очередные гости. Это нехорошо. Это очень нехорошо. Так. Вот одну атаку мы пережили, а вот вторую сможем ли пережить? Неизвестно. Сколько их тут? Раз, два, три, четыре, пять. Шестеро бандюков. И все достаточно неплохо вооруженные. А у меня пока здесь нету ничего толком. Так. Уфтханг. Уфтханг сразу идет сюда. Навстречу ему бежит Тулун. Для того, чтобы... обменяться аптечками. Так, вся остальная команда, за исключением Уфтханга и Тулуна, начинает встречать бой. Тулун. Уфтханг. Уфтханг, давай быстро. Быстро. Вставай из Тулуна. Аптечки. Давай, старичок, быстрее. Все. Уфтханг становится не боевым персонажем и будет заниматься медициной. Тулун идет из нон-комбата в чейз и тоже в бой. Уфтханг, давай, включай. А, Тулун нет, Тулун не медик. Уфтханг у нас медик. Дела тут у нас идут не особо хорошо. Вторая подряд серия сразу же идет боев. Ну, уф, помоги кому-нибудь. Ладно, давай тоже тогда ввязывайся в драку. Чтобы увеличить количество зелененьких появлений. Так. Усиленно огребает. Включаем блоки. Так, Вейлин куда-то решил побежать. У него отвалилась рука. Давай со спины попробуй атаковать его. Так, Серджи уже валяется. Как это все грустно и печально. Ой-ой-ой.
Так, Тулон, 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 отбегай, отбегай, потому что на тебя смотрю тут. Так, а кто у нас остался-то? Ёлки-палки. А в бою-то осталось у нас. Так, Рэй, где ты? Ох, ёлы-палы. Так, ну... Так, по-моему, кто-то сейчас будет драпать. Драпать, 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 драпать. Чтобы потом смочь вернуться и помочь товарищам по несчастью. Так, ближайший у нас город, кажется, в той стороне. Или там. Туда, наверное, попробуем побежать туда. Надеюсь, ты приведешь подмогу. Да уж, все печально. Еще прихрамывает, так весело. Ох-хо-хо. Так, а кто это? Это кто-то уже отдыхает здесь. А чё он останавливается, ёлки-палки? Вот так вот. А чё это вообще происходит, не могу понять. Он же живой. Ого. Чё, все отдыхаем, и чё, что дальше будет? Ой-ой-ой, у Марчелла вообще плохое кровотечение. Серджио. Кстати, Эребор так более-менее живее всех живых у нас тут сейчас, так что попробуем немножко подождать. Надеюсь, то, что Тулон... Так, Эребор, да. Включаю медика. Срочно, срочно всех лечить. Срочно всех поднимать на ноги. Ну что ж, ребятки, мне надрали задницу. Но я пока еще жив. Пока еще есть товарищи. Так. Непонятно, куда делись бандюки, правда. А чё, пошли во свояси. Ну, пошли и пошли. Кто-то еще отдыхает. Так, ну меня это не интересует, мне нужно к своим. Ага, к своим. Своим тоже не вариант пока, потому что приведет за собой
Ну что ж, попробуем спровоцировать опять атаку. И уже в очередной раз... Да, елки-палки, кто там у нас? Это кто? О, нормально. Нормально, свои. Не свои, но как минимум те, кто могут нам помочь, если что, в бою. Так что усиленно. Как раз таки пускай талон ломится сюда. Если что, здесь есть кому помочь отбиться. Да-да-да. Давай-давай. Вот прямо туда и бегом. Надеюсь, в этот раз все пойдет нормально. Ну, чтобы дела пошли лучше, конечно, мне необходимо построить здесь срочно-обморочно такую вещь, как... здание, домик, в котором уже потом можно будет расположить кровати, которые еще нужно, правда, исследовать. То есть первым делом мы, конечно, будем строить место, где все исследовать. Так, все замутаны. Вот так вот все замотаны и двигаемся в сторону. Тех, кто может нам оказать помощь. Кто это вообще? Это святые служители. Крепкие ребята. Так, отлично, отлично, отлично. Все. Мы больше не будем ввязываться в бойню. Есть кому-то сделать за нас Blocks Only, Non-Combat. Все. За работу все. Так, нужно сразу же оглядеться, нету ли еще кого-нибудь на подходе, чтобы можно было сразу же сюда толпу засунуть. Все, вроде все начали опять продолжать добывать ресурсы. Ага. Там еще бандюки, кажется, да? Зло есть. Так, наверное, давайте у кого поцелее ноги. Вот у тебя, Серджио. Ага, Серджио у нас будет не очень быстрым товарищем. Даже не насмотря свои целые ноги. Я, наверное, вот еще сразу сагрю вон тех бандитиков. Сразу, чтобы их оттянуть на... Да-да-да-да-да. Давайте, давайте. Вот. Вот к вам, ребята. Смотрите. Тут у нас есть товарищи, много о себе возомнившие.